Очень неплохой полученный на обзор от производителя Polaris пылесос робот, который я вообще не особо хотела приобретать, но вот такая случилась оказия, и мне он вполне нравится. Водную проверку он прошел в квартире, но больше всего подходит для сухой уборки, с которой справляется на ура. То есть снимать не только просто пыль, самый обычный домашний, но и всю шерсть, если у вас имеются домашние питомцы. Правда, после этого надо щетку чистить, хотя она, впрочем, снимается очень легко, есть специальный ножик, но я пользуюсь обычным ножницем для этого. Крепятся на него все щетки очень удобно, держит заряд долго, контейнер хватает на многое в пространстве, могу вам рекомендовать. Производится в Китае, фирма российско-швейцарская, цена где-то 15-16 тысяч за его штучку была одну. Вся комплектация будет вам показана и то, как он убирается. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки и ждите новые обзоры. Очень неплохой полученный на обзор от производителя Polaris пылесос робот, который я вообще не особо хотела приобретать, но вот такая случилась оказия, и мне он вполне нравится. Водную проверку он прошел в квартире, но больше всего подходит для сухой уборки, с которой справляется на ура. То есть снимать не только просто пыль,